Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Так, получаем с тобой подарочек. День 30-й. Жнец. Так, и монетки. Окей. Победите врагов 20 штук в режиме выживания или приключения. Так, у нас событие началось какое-то 2 на 2. Так, тачдаун, а это что еще такое? Заканчивается через 3 дня? А что это такое за задание-то? Заканчивается, а почему я не могу пойти и поиграть в него, а? Скажи-ка мне на милость. Это оно? Событие? Ну-ка проверим. Так, что у нас тут? Тачдаун. Так, 2 врага. И мы должны забить мяч, получается, или что? Скорее всего, мы должны забить мяч. Воу-воу-воу. Мяч сейчас мы закатим. Вообще на изи. В плане. Ага. Это что такое? Не понял. Это до бесконечности, что ли, получается, да, будет продолжаться? А, пока, видимо, не истечет у нас время. Ну, один. Давай, родной. Забиваем. Просто в наглую зашел и затолкал. 48 секунд. Нам нужно еще один гол забить. И тогда будет все великолепно. Давай газуй, братуха, я тебя прикрою. Всех размазал. Одни колесики покатились. Ну куда ты прешь? Ну куда ты прешь? Все, затолкали. У них не было шанса. 3-0. Как тебе такой расклад? По мне так вообще топчик. Ага. Ну что, давай продолжать тогда. Я готов. Блин, ну вот это, конечно, не очень хорошая техника, как по мне. Именно для этого события. Воу-воу-воу-воу, тихо. Давай, толкаем. Отлично. Блин, зачем мы ему хил-то подсовываем? Ну, В плане... Он же зашел. Зашибись. Мяч был здесь. Почему не засчитали в первый раз? Эй. Судью намыло. Твою ж налево. Подкупают. Так. Мы с тобой забили, да? Давай сразу вызову дрона. Чтобы нам тут помогал. Ну. Просто заталкиваю мячик вместе с танком. Давай дальше. Ну, в принципе, мы неплохо здесь справляемся, согласись. Куда ты? Куда ты прешь, а? Обоих, что ли, сразу же? Ну, тем лучше для нас. Вызываем дрона. Очередная наша победа. Это ж сколько нужно сыграть, чтобы получить вначале 5 кристаллов, потом денежку, потом сундук, опять денежку. Ух ты, я не знаю, ребят. Опа-на. А вот это уже посерьезнее, по-моему, будет противничек. Погнали. Так, я играю с ветераном с каким-то. Никнейм ветеран. Ну, заталкиваем прям вместе с ним. Заталкивай, пожалуйста. Что-то там тремся, никак не можем. Угу. Ладно. Да ты серьезно сейчас?
Давай, танк, ё-моё. Не имеем права проиграть. Не имеем. Серьезный противник, да, достался нам здесь? Вызываем. Да чтоб тебя, ну! Мы забили гол. Теперь наша основная задача — не допустить того, чтобы нам забили. И тогда будет победа, потому что, как ты видишь, 18-17 секунд осталось. Тихо-тихо-тихо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Тихо! Дрон, помогай, отбивай. Нет у них шансов. Блин, а вдруг есть? Да не, не должно быть. Последние секунды. И победушка за нами, ребят. Да, противничек был не слабым. Так, и тем не менее мы зарабатываем с тобой 5 кристаллов, которые, я так понимаю, да, на почту мне прилетели. Окей. Я очень рад. Ну что, пойдем тогда с тобой за монетками. А если мы проигрываем, мы сможем с тобой продолжить или нет? Кстати, такой же там, как у меня, ходунок. Куда ты газуешь-то? Куда ты помчался? Сейчас тебя там распишут быстро очень. Ты видишь, что творит? Давай. Шляпы только вылетают. Где там? Блин, почти, друзья мои, забиваем. Давай, пробиваем. Ну, твое дело забить. Малорик, красавчик. Ну, времени, как ты видишь, еще дофига, целая минута, поэтому битва будет жаркая. Да, он быстрее ездит, чем я. В разы причем. Шапки летят, щепки летят. Тихо. Давай. Ну, дрон, ты мой бомбить будешь по ним или нет? Забей еще. Зачем же ты отступил? Надо было тебе пробивать дальше. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри. Смотри, что творят. Есть. Нет, не есть. Мяч. Забей, пожалуйста, будь добр. Ай, где-то его там, видимо, поймали. Подловили. Ну, я тебе скажу следующее. Нет. Даже не думайте об этом, ребят. Даже не думайте. Победная серия, 4-я. Нормально. А, вот, теперь я вижу. Вот победа и вот победа, да? То есть еще нужно 1, 2, 2. А может быть даже 3. Ну, пока выигрываем, будем играть. Так. Блин, вот этот пулеметчик, это плохо. Угу. Пулеметчик, это плохо. Видишь, что вытворяет? Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Что там, блин? Не допустим. Да ты посмотри. Ах, ты вот что делаешь. Твою дивизию. Ребят, по-моему, сейчас нам забьют. Так, он щит еще ставит себе, прикинь. Хорошо. Давай, толкаем мяч туда. Слушай, он достался своим щитом, а? Обоих, что ли, накрыли? Да, кстати, здесь щит бы был бы очень даже неплохо. Я не пойму, почему мой дрон, он не стреляет, друзья. Он не стреляет. Есть! Просто закатили мяч. Ну что, 16 секунд, давай попробуем продержаться. Попробуем продержаться. Так. Этот сиганул сразу же, да? Блин, мой дрон вообще, ребят, не стреляет. Он появляется, но он не стреляет. Есть! Блин, мы просто вырвали победу зубами. Фух.
Фух, 250 монет на кону. Конечно же... О, нет. Это эпический танк, ребят. Против него, наверное, шансов нету. Хоть он стреляет, по-моему, навесиком, но все равно. Если он его получил, то он 100% его и прокачал. Видишь, что вытворяет? Да неужели, дрон, ты начал бомбить? Давай, 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 там родной танк. Танк мой союзничек, ну подтолкни, там чуть-чуть осталось. Давай. Я понимаю, что тебе тяжело, там хреново, ты один, но... Нет, они его все-таки прижучили. Е! Толкаем, толкаем, толкаем мяч. Молодец, умница, прикрыл. Ух, парнишка молодец, он вовремя огневую поддержку дал и прикрыл меня. Потому что им пришлось отступить, соответственно, мы с тобой дальше прошли и протолкнули этот мяч. Давай, красава. Делает все толково у него получается. Да неужели дрон мой заработал, ё-моё. В коем-то веке, давай. Вместе с танком туда забросили, иди вот типа в ворота. И не хрюкай. Ну, третий, я не знаю, успеем ли мы забить с тобой. Хотелось бы, конечно. Сейчас посмотрим. Твоя ускоренная перезарядка тебе не поможет, парень. Замечательно, толкаем. Прям вместе с ними затолкнули. Ну что, друзья, 250 монет в кармане. Слушай, может быть, мы так с тобой до эпического сундука доберемся? Хотя не знаю, не уверен. Ты видел, какая у него там штука стоит? Какой он танк взял? Давай, 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 толкай, толкай, толкай. Я знаю, что получится у тебя. Дрон, выходи. Е! Забили. 1-0 в нашу пользу. Дальше давим. Блин, эти мелкие шустрые танки. Я, конечно, тут еле пока дойду. Дрон. Давай, 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 заталкивай. Красавчик. Молодец. Не растерялся, взял и протолкнул. Умница. Погнали. Я один хожу с такой шляпой 4-х годовщины этой игры. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, прям по голове досталось мне. Сразу дрон вызываем. Давай, 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 давай. Это будет у нас третий. Есть. А, до 3 голов. Короче, 3 гола забиваешь, все, ребята, автоматически победа. Ну что ж, неплохо. Ох, нифига, этот танк, да еще и с пилой. А пилу он для чего взял? Ну, естественно, чтобы нас пилить. Так, он делает... Ага, не он делает, по нам делает. Давай, дрон. Я заталкиваю, заталкиваю. Е! Да, я погиб. Но зато я мяч затолкнул туда. Двигаемся дальше. Смотри, у меня какое звание, ребят. В отличие от них. Да, давай, давай, давай. Я сам тут иду на рожон, ребята. У него уже пила, блин. Тут я, конечно, лопухнулся. Как бы нас тут сейчас... Куда ты захотел, чего? Сейчас подобьют. И этого подбили. Ё-моё, они толкают, ребята. Потащили. Как ты меня достал, а, танк? Минус. Пошли, 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 пошли.
Ну! Все равно победа за нами, ребята. Они не успеют забить. Хе-хе-хей. Но я тебе скажу, было сложно. Не буду врать, было сложно здесь пробить. Но все-таки мы успели. Так, ёпрсте, здесь еще не легче танки. А у меня в напарнике пришел огнеметчик. Ну, хотя бы с пилой. Блин, у них там мощные. Мы сейчас замучимся их пробивать. Да-да-да-да-да. Смотри, что творят. Меня уже уничтожили. Друзья, тут шансов, по-моему, нету. Вот. Да что ты будешь... Давай, родной, закатывай там мяч. Он там жарит, жарит. Пытается их поджечь, но... Сейчас попробуем. Давай, ну! Где там мой напарник, твою ж налево? Идет ничья. Давай, толкни! Блин, не дают они ему протолкнуть. Я этот уничтожил. Ну, есть! Закатили мы с тобой. Ну что, наше дело маленькое. Либо забить еще один гол, либо не позволить им нам забить. Вот и все. Другого здесь не дано. Давай-давай, я прикрываю своим телом. Чтобы время покончилось, ребят. Ну что, победа? Что я могу сказать? Сундук получаем. Ну-ка. Что нам тут выпадет? Вау. Слушай, ну неплохо. Так, и здесь еще деньги, да, у нас? Замечательно. Ну что, на кону 1000 монет, ребята, 1000. Я хочу получить... Оу, два танка, ё-моё. Ну, этих-то мы вряд ли пробьем, они уж больно жирные. Тем более... Нет, тут, скорее всего, фейл будет. Есть тут какая-нибудь хитрость, я не знаю. Какую тут, хитрость сделаешь? Ну, тут, я не знаю, ребят, какая тут может быть хитрость? Каски только летят почему-то. По две, по три штуки. Смотри, он один там толкает. Как он так умудряется? Как он там умудряется это сделать? Парень, я иду тебе на помощь. А-а-а, вот оно что. Тогда мы просто затащим. Ты понял? Они вместо того, чтобы сдать назад, они напирают на нас, и, соответственно, танки у них задирают. И они ничего не могут сделать, стреляют вверх. Теперь я понял. Давай-давай-давай-давай, толкаем. Прямо вместе с ними. Вот и все, и... Делов-то на копейку. Танки здоровые, а толку мало. Вот, наверное, для чего здесь берут вот эту вот пилу спереди, чтобы именно задрать эти танки. Да, глупцы, просто глупцы. А так бы, если по уму, фиг бы мы их выиграли. Запарились бы пыль глотать. Ой-ой-ой. Опять этот. Ох ты, ничего себе у меня напарничек. На какой штуке вышел. Только будет ли от этого толк? Ай-яй-яй-яй-яй, мяч, мяч, мяч. Так, ну тут уже, я смотрю, ребята, реальные игроки пошли играть. А не какие-то там боты. Видишь, уже фотки. То есть это действительно реальные аккаунты. И это круто. Так, мы забили первый наш мяч.
Братюнь, подождешь меня там, или как? Не? Я пытаюсь. Мяч перелавливает. Давай, толкаем. Есть. Закатить бы им туда как-нибудь, я не знаю. Пока они тут со мной разбирались, я просто мячик через них перекинул, он залетел к ним в ворота. Давай. Да, этот с кислотой, конечно, вообще нормально бомбит. Он на рожон не лезет. Я в основном прикрываю. Не успеем, да? Не успеем. Ладно, но тем не менее, все равно мы ему забили. Так, еще одну победу получаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою ж дивизию. Ты видел, да, что там стоит? Ну куда ты прешь-то? Здоровски. Меня раскатали. Погнали. Да чё так быстро-то? Давай. Я офигею. Давай там, доезжай быстрее, доталкивай. Что там происходит? Я вызываю ребят. Ну! Не появляйся! Есть! Забили. Фу, сложно с этими, конечно, тут воевать. Наше главное протемнить. Ну как протемнить? Продержаться. Серьезно, что ли? Забиваем. Все. Тут последние секунды победы за нами. Так, ну что, друзья, 1000 монет я заработал. Вау. А тыщенка, ты сам понимаешь, лишней никогда не будет. Ну что, остается нам дождаться. Точнее, не дождаться, а дойти вот до сюда и получить этот сладкий приз. Пак. Именно пак. Ой-ой-ой. По-моему, не найдем мы с тобой до сладкого приза. К сожалению. Еще делает. О! Да отвали ты. Давай, малой, не пропускай. Да сколько у тебя там здоровья-то, хмырь, блин? Взорвал я его, чертовой бабушке. Ну? Да у них у обоих щиты, как ты их тут пробьешь, блин? Я не знаю, ребят. Это невозможно. Ну ты посмотри, что вытворяет. Они оба по читами, ты фиг их пробьешь. И 8 секунд.
проигрываем, получается. Вблизи невозможно с ним ничего сделать. Ты посмотри, пофиг ему на все. Так, мы проигрываем или что? А, поражение. До 3 поражений, понял. Ребят, надо стараться. Нам с противником там не повезло. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем я так... Что с тобой, братишка? Толкай, толкай обоих. Есть. Затолкнул, так сказать, их. Пошли дальше. Твою дивизию, блин. Не пойму, что там происходит. Кого, что бомбим. Так, тот потащил, потащил мяч. Давай, 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 заталкиваем. Есть. Фьюх. Ну и поединочки, да? Этот газанул. Дрон, выходи. Понятно, меня тут расписали. Победа. Так, сколько нам еще нужно? 2 победы, да, держать? Да, 2 победы, ребят. Но я не знаю, все зависит от противника. Это что, специально, что ли? Я не могу понять. Это специально сделано, друзья, чтобы ты фиг прошел. Ну, ты сам видел, да? Кто там? Опять этот? Как я должен тут, извини меня, выигрывать? 2 удара и все, ребят. И трындец. Я ничего не могу сделать. Он танки сносит просто одного за другим. Да ну нафиг. Короче, поражение будет очередное. Фиг называется, ты получишь этот эпический сундук, блин. Какого-то имбу просто дают, которую невозможно, ребят, пройти. Не. Это без вариантов. Мало того, что он вблизи своим этим, своим жалом бьет. Ну и что вот ты сделаешь здесь? Я ничего не успеваю сделать, меня просто разносят. Просто отравление вешает, и мы погибаем от постепенного урона. Это опять мы, да? Проиграли. Давай посмотрим, что дальше дадут. Так, ну ладно, с этим еще можно будет посоревноваться, я надеюсь. Но если на последней поединке дадут опять этого скорпиона, то все, можно сразу закругляться. Давай, давай, проталкивай, бродяжка. Мимик Паблом. А я с белорусом. Куда тебе? Кто так? Так, побили, да, мы их? Наше дело маленькое. Давай, толкай. Я прикрою тебя. Ну, попытаюсь, по крайней мере. Есть. Толкаем, толкаем, толкаем. Нормуль. Фух. Двигаемся дальше. Расслабляться пока рано. 40 минут. Ой, 40 секунд. За 40 секунд можно, извини меня, 2 гола забить. При хорошем-то раскладе.
Замечательно. Дрончик, ты меня тут спас, можно так сказать. Е, забил. Ну, теперь можно расслабиться. За 20 секунд они два гола нам вряд ли забьют. Это нужно фиг знает какое везение иметь. Дрон, помогай. Что-то мой дрон не помог. Но это уже не важно. Все, тут последние секунды и мы выигрываем. Так, ну что, остается у нас последний поединок, ребята. Давай посмотрим, кого дадут. Угу. Ну, главное, не скорпиона. Погнали. Хочется, конечно, получить главный приз. Ну, одно дело хочется, а другое дело, получится ли. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем я так сделал? Скажи-ка мне на милость. Да куда ты? Что происходит? Пошли, 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 толкаем. Вызовем дрона. Где мой-то, блин? Я не могу понять. Так, мяч где-то на середине у нас завис, я смотрю. Трындец, посмотри, что происходит. Ты там не... Пошел, да толкай мяч. Нет, он там что-то стоит, журит. Молодец, давай, 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 родной. Почти, ребят, почти. Толкают? Конечно, толкают. Ух. Да не может быть, есть. Ну что, друзья, я вам скажу, что сундучок наш. Да. Мы его получим через 3 секунды. Да, это была потненькая битва, на самом деле. Хи-хи. Ну, иди к папочке, сундучок. Иди к папочке. Что нам тут выпадет? Ох ты, редкий танк. Редкий танк. Башня, друзья мои. Открыт новый танк. А сюда нет смысла уже, да, идти? Я так понимаю. Или есть? Что это за красная точка? Ну, давай посмотрим. А вдруг там дальше продолжение? Опа-на. Опа, пулечки. Под меня косит, что ли, да? Ну, посмотрим. А чувак, ты смотрю. Опа. Это что за новые выкрутасы? Танк. Да куда ж ты отступаешь-то? Да что так? Да я не понимаю, что за фигня-то? Ты посмотри, а? Зашибись. Нам забили. Этот врубает щит. Когда ты врубаешь щит-то, дуралей, блин? Нашел, когда врубать щит. Вот это вот бесявый щит, вот это вот. Этот стал там напрягун. В принципе, если... Почему снаряды-то мои мимо пролетают, я не понимаю. Этот там один справляется, что-то бомбит. Время, ребят, время. Не успеем. Ну, ладно, это было просто, ребята, пробный заезд. Я хотел посмотреть, что там дальше, но, видимо, там дальше ничего нету. Тупик. Заново я запускать не буду. Так, ну что, давай посмотрим,
Смогу ли я прокачать Атлас? Конечно же, ребят, конечно. Прокачиваем плюс усилитель. Можно прокачать ему? По-моему, нет. Так, что бы еще мы хотели прокачать? Вот это, конечно, имба, ребят. Я вот так вот этих еще, конечно, не видел. Я не знаю, что они тут вытворяют. Дичь полную. Слушай, прикольная тачка. Мне кажется, вот эта башня ерунда. Не знаю, ребят, напишите в комментах. Может, вот этот там прокачать? А, я не могу. Вот этот тогда повысим. И кобру. Так, чтобы нам клан создать, нужно 20 гемов, да, насколько я помню. Пока мы с тобой не можем ничего сделать. Заданий-то сколько? Победите врагов в режиме приключений. Так, сыграйте 4 игры танком Титан. Использовать усилители. Выиграйте матч в режиме 1 на 1. Кстати, вот это надо сделать. 1 на 1. Так, где у нас там матч? В приключении или выживание? 20 врагов победить. Крушитель Луны. 20 врагов. Ну что, попробуем вальнуть. Ну только не на этом танке, естественно. Че, взять нам кобру нашу маленькую или что? Или на этом попробуем? На нашем Титане. 20 врагов, да, значит, надо победить. Готов. Так, это второй. Да я запарюсь тут 20 врагов-то бомбить. Но дрон мне в помощь. Где противники-то все? Хорошо ты ему ударил. Дрон отстреливает свое и, как ты видишь, улетает. Так, секунду, друзья. Маленечко меня тут отвлекли. Так, я уже забыл, сколько мне противников-то еще нужно подбить. Так, сейчас Босяцкий еще пойдет. Ну, где вы там? Последний, да? Новое достижение. Майор. Легион вышел против нас. Ну что, влупляем тогда? Ого. Блин, прям в меня настроен. Посмотри. Вот и все, вот и вышел легион. Босс повержен, продвижение. Майор. Сколько мы с тобой? 12 подбили. Ну что? Я думаю, есть смысл. Опачки. Подожди-ка, мы же уже переходили с тобой на 4 уровень в приключениях. Я же помню. А почему меня понизили? С чего вдруг? О, летуны. Ну, в принципе, как раз под меня. Так как у нас с тобой снаряды самонаводящиеся. Это очень даже кстати. Где ты там, летун? Слышу я тебя. Я тебя слышу, но я пока тебя не вижу. Готов. Давай, давай, иди сюда. Где ты там? Наверное, и босс будет все-таки здесь летающий. Скорее всего. Но. И где? Так, дошли до монеток.
Ну, покажись. Ой, отлично. Успел подбить, успел. А то они уже собирались лазером в меня шваркать. Опа, а что это там? Танк лежит перевернутый. Как так? Да, такого я еще не видел, чтобы он лежал перевернутый и не мог встать. Готов? Опа, 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 опа. Так, меня хотят прижучить. Где Босяцкий? Армада, что ли? Ну, армада это, ребят, ерунда. Просто вот здесь встанем, вызовем дрон и погнали. Вот и все. И нет армады. Изи. Блин, сундук все никак не можем накопить. Ну что, друзья мои, а это задание мы выполнили. Получаем. Так, что у нас еще? Сыграет 4 игры танком Титан и выиграем матч в режиме 1 на 1. Так, танком Титан. А Титан это у нас какой танк? Это Катюша, Жнец, Башня, Баллиста, Феникс, Титан. Хм. Мне, наверное, надо взять... Блин, открывать это за кристаллы, к сожалению. Придется брать вот это вот. Ремпакет. Так, танк выбрал, а теперь режим 1 на 1, да? Мне нужно выиграть. Поехали. Сразу попробуем убить 2 зайца. То есть и сыграть на Титане, и пройти, выиграть один матч. О, какой он медленный, ребята. Какой он медленный, так это еще мало того, что и перезарядка-то у него долгая. Так, сейчас я его попробую. Чего? Ты завязывай давай, парень. Сыграйте Титаном. Да. Знаешь, почему так быстро меня запинали? Потому что у меня этот Титан не прокачан, не шиша. И какой же он медленный. Я думал, что он быстрый, шустрый. Это я что, против немца играю сейчас в данный момент, да? Оу. Да я так все, блин, сейчас эти потрачу. Ладно, фиг с ним, давай. Ну, надо сыграть, понимаешь? За Титан. Какой же он у меня ватный, как его быстро разбирают. Че, Мальвинка? Эй, парень, подожди, ты куда? Все, он подняться, что ли, не может? Ну что, наше... Может... Трындец. Всего один залп по мне и все, ребята. Бесит. А мне нужно выиграть, да? Один матч в режиме 1 на 1. Самапчик. Самапчик какой-то. Ты посмотри, какой у меня танк не прокачан, не шиша. Да. Там только каска летит у него. Тут выиграть можно только чудом, ребят. Но этого чуда не произойдет. Ну все, все, сыграл наконец-то, ребят, забираем, блин, награды. Так, выиграйте матч. Так, используйте усилитель быстрая перезарядка в матче. Так, используйте оживление, чтобы продолжить борьбу. Оживление-то где? Битва за материнский корабль? Это что такое? Так, подожди, мне не это надо. Так, быстрая перезарядка. Вот это, да, получается?
Ну что, поехали, попробуем. Опять же, два зайца подбить. Оживлянку, быструю перезарядку использовать будем. Поехали. Ой-ой-ой, ты что там? Нормально, тут еще дроны такие, прикинь. Да хорош ты. Ну? Блин, мне же нужно было выиграть в матче 1-1. Это совсем не тот матч. И мне от этих гаденышей никуда не деться. А, нет, танки пошли. Я думал, тут только одни лучи эти будут. Ну и трындец. Да подбей ты уже этого. Сколько еще, наверное, двух или трех нужно влупить, и тогда все будет отлично. Ну, где вы там? Покажись. Покажись, вот он. Так, минус один. Все, босяцкий, да? Ой, блин, ну почему такой-то, а, созерцатель? Надо тут отступать. Е! Новое достижение. Рекорд 100. А что за рекорд 100? 100 боссов подбили, что ли? Так, использую усилитель. Приключения 5. Так, замечательно. Так, перезарядку, это все понятно. А что у нас там еще за задание было? Откройте бесплатный сундук. Используйте, так, усилитель. А, 1-1. 1-1. Так, у меня еще быстрая перезарядка, да, здесь стоит? Ну что, попробуем. Где он там? Пускай едет сюда ко мне. Вот он, явился. Хлопчик. Сейчас я его попробую. Опа, запинать. А он захотел постоять там, да? В тихушечку. Ну, не тут-то было, я его достал. Так, замечательно. Значит, еще один матч нужно выиграть. И еще сделать одну перезарядку. Я думаю, никаких проблем не будет. Давай, рычик. Встанем вот здесь, наверное, и будем поджидать его. Ой-ой-ой. Так, ну что, подкопим. И залп просто сделаем сейчас в него, и все, ребят. Да куда вы ракеты тупорылые полетели-то? Блин, ему осталось там чуть-чуть. Ты посмотри. Готов. Да ерзался. Надо же, майора получили. Ну и получается, мы выполнили с тобой два задания сразу же. Так, получаем здесь. И получаем тут. Остается лишь использовать оживление и бесплатный магазин. Бесплатный сундук в магазине. Ну, как всегда, с этим сундуком у нас проблема. Сейчас, наверное, вылетит игра. Давай проверим. Так, где у нас там? Где сундук? Вот он, бесплатный. О, сработало. Даже не выкинуло, прикинь. Замечательно. Так, забираем. И остается последнее. Это оживление в режиме. То есть нам просто нужно тупо погибнуть. Даже на том же самом боссе, к примеру, да. И ресануться.
Я надеюсь, это бесплатно, не потребует от нас каких-нибудь там затрат в плане кристаллов или еще что-нибудь. Иди ты отсюда, пыхтишь там мне. Нормально. Куда? Куда ты ползешь, а? Так, надо вот это вот не забыть, ребята, убрать. А то в следующий раз зайду в игру в режим какой-нибудь, да, и вот с этой вот быстрой перезарядкой. Она мне здесь не нужна, мне лучше дрона дайте. Ну, прижучили. Так, стоп. Иди ты, корми голубей. Если бы они еще вот точно бы летели бы, да? Я имею в виду в плане того, что по наводке. А не хандрили, было бы вообще замечательно. Готов. Так, ну что, наверное, проигрывать надо? Или как? Или на боссе будем проигрывать? Нам же нужно оживление с тобой сделать. Ну-ка посмотрим, сколько он урона наносит. Ну, это несерьезно. Кто босс? Ну вот. Легион. Пойдем к нему навстречу. Ты хоть урон-то наносишь, парень? Наносит кое-какой, да? Ой, босс, какой же ты тупой, тупенький. Я даже не вижу, наносит ли, ну, что-то там по мелочи вроде, да? Так, мне главное, чтобы бесплатное было оживление. Ну, давай, 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 добивай уже меня, в конце концов. Бесплатно. Так, ну что, я ожил. Где там этот легион? Нету больше легиона здесь, все. Разнесли мы его в хламину. Так, и по идее, да. Забираем с тобой награды. Круто. Так, два самоцветика получили. Так, еще и здесь у нас сундук. Ну что, друзья мои, как-то так. Сегодня прошли события. Сделали все ежедневки. А на этом я буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.